Проблема несанкционированного сброса мусора в больших видеомах приблизилась к своему разрешению. Многочисленные жалобы жителей на бесконечный поток машин с бытовыми и строительными отходами на территории бывшего бетонного завода побудили администрацию муниципалитета придать этому вопросу особую важность. Во время инспекции свалки в летний период были намечены мероприятия по ее устранению. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов выехал на место, чтобы лично проконтролировать ход работ. Будет вычищено все. Так а мы к декабрю и сделали то, что обещали. Ну, а большую часть. Сейчас не сжигают ничего. Да? Ничего тут не жгут, территория изолирована, закрыта. В ходе осмотра на некогда захламленных участках зафиксированы значительные улучшения. На сегодняшний день проделана серьезная работа по очистке территории. Для предотвращения появления новых навалов ее закрыли для въезда постороннего транспорта и установили камеры видеонаблюдения. Ну, то есть буквально что с сегодняшнего завтрашнего дня у вас опять появится техника, и вы эту кучу утащите, да? За ходом расчистки наблюдают не только должностные лица и депутаты-единороссы, но и общественники и местные жители. Согласно намеченному графику, первый этап закончится до конца текущего года. Далее работы будут осуществляться по мере возможностей. Цель – очистить всю территорию от мусора и предотвратить появление нового. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».